Вот это маленький городок, называется Линдас. Это слишком дорогой осел с жестким окунанием в социум. А то есть наверху ничего пожать нечего. Едим внизу, да? Вот туда. Там есть барчики. И вот мы уже стоим на якоре. Как мы заходили, я вам не показывал, потому что было уже темно. Мы приехали, уже было вообще темно. И становились на якорь в полной темноте. Но здесь очень прикольная бухточка. Вот она вот такая вот. Это маленький городок. Называется Линдас. Наверху находится большой замок. Домики. Это деревня. И вот туда, на гору, можно подняться на осле. Причем в замок тоже можно подняться на осле, это местный аттракцион. Бухта в диаметре, наверное, 500 метров, то есть она достаточно маленькая. И тут стоят лодочки. Ну, берег пустынный, только там, где деревья, там немножко больше зелени. Ну, я сейчас вам покажу панораму, как это выглядит. Тут достаточно ровно, ночью немножко качало, потому что нас развернуло поперек ветра, наверное, отливом. Ну вот мы стоим, и эта вода у нас очень чистая, это нам дает возможность с утра покупаться. Дина, привет! Вот тут даже можно увидеть воду. В воде видны камни. Здесь сколько тут метров? 15 метров, да? Ну что, что ловится? Крокодил не ловится, не растет кокос. Итак, вот у нас задача. Бухточка, в которой мы стоим. Вот ослы, вот мы, дайте три. Я? How much does it cost? Акрополис, 9 евро. Это что, 9 евро за осла? It's 9 euro per one. This is all the way up to Acropolis, and this is to the village. Okay. Жадность. 9 долларов за осла. Я принципиально не согласен. Это слишком дорогой осел. Тем более отсюда открывается прекрасный вид. Вот наша лодка. Я так понимаю, что мы заходим в деревню. Прикольный вход с птичкой. Это звонок такой. У нас такие плиточки есть с названием нашей лодки. Надо будет выложить название. Эй, братишка, немного видов улиц города надо? Вау, какой мы проход нашли. Это мы сейчас дальше. Уже вышли из деревни и поднимаемся на гору в Акрополис. Правильно? Акрополис же. Пан Маргарита. Алло. Пан Маргарита. И вот наконец, несмотря на эти все огромные очереди, мы таки поднялись в этот Акрополис, заплатив 12 евро за вход на человека. И сейчас, я надеюсь, мы найдем самый красивый вид на этой горе. Посмотрим, что у нас прикольного получится. Ну вот, собственно, мы и поднялись. Древние стены, красиво. Да, зелени вообще нет. Красивая бухточка. Сюда, кстати, можно было зайти и стать. На лодке тут хорошие глубины, якорь бросаешь, и можно задом на камни распереться по-гречески. Excuse me.
вот этот специальный тур для яхтсменов с таким жестким тур горного козла. С жестким окунанием в социум. Когда вы на яхте долго, вы перестали видеть людей, вы соскучились за людьми, это ваше место. Жарко тебе? Вполне. Это, кстати, колонны, вот эти, это новые восстановленные колонны, судя по всему. Но у них есть фрагменты старых. То есть вот это вот старые. Верхушки от старых. Еще верхушка, да? А, он еще верхушки от старых, да. Смотри, какая кладка вон такой. С маленькими черепичками уложенная. Да, прикольно. Думаешь, это старое? А вот, кстати, и наша бухта. Вот наша лодка стоит, самая первая на входе. Ну все, насмотрелись на древности и красоты. Выходим, кстати, я думаю, что мы пришли, и это было только открытие. Потому что такое количество людей, которые заходили сюда, скорее всего, просто в 10 часов утра открылось вход на саму экспозицию в Акрополис. Поэтому вот эта толпа людей, которую мы встретили. А дальше она, наверное, рассосалась, потому что вот эта лестница, по которой мы сейчас идем, она была полностью забита людьми. А вот вид, который открывается на нашу бухту. Ну что, зовем наших друзей на завтрак. Карась, карась, я улитка, слышишь меня? По дороге сейчас идем в самый низ, так что можете приезжать в любом случае, ждем вас. А, то есть наверху ничего пожать нечего, едим внизу, да? Нет, там был ресторан, но он на самом верху, мы решили вас не травмировать. О, thank you very much. Диночка, мы теряем тебя. Что-то ты нашла такое? Мини-инжир. А вкусный? Вкусный. Хочешь попробовать? Thank you very much. И вот оно. Вот оно, то место, куда мы идем сейчас. Вот туда. Там есть барчики, ресторанчики. Мы идем завтрак, обед, бранч. И потом мы еще поснимаем немножко нашу лодку сверху. И будем отчаливать. Едем на следующий вот. Вот. Тебя хорошо. Вот мы пришли. Подвигаемся. Мы пришли в самый низ. Ждем вас в самом-самом низу. Это внутренний дворик. Это мы обходим рестораны с задней стороны. Задней, с какой? Вот, они нас ждут. Good morning. Good morning.